понедельник в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Станет прохладнее, днем 18-24, выше 0, ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, без осадков, днем плюс 21, ночью 12 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.